Всем привет, участники, любители кастома. В сегодняшнем видео будет такой замечательный Nissan GT-R. Будем его переделывать. А также мы подведем итоги конкурса, который проводился на предыдущем видео. Есть три победителя, которые ответили все правильно. Ну что, начнем распаковку данного Hot Wheels. Рассмотрим его поближе, какой он есть в данный момент. Ну, а теперь приступим к высверливанию. Сейчас подготовили ее для снятия краски Hot Wheels. Начнем. Все, мы нанесли сливку. Теперь ждем, когда все. Так, ну что, после покраски цвет такой серенький, очень красивый. Так,
Сейчас мы будем наносить черный цвет. У нас есть победители, три победителя, которые ответили правильно на вопросы. Связаться со мной. Я оставлю ссылочку внизу на свой инстаграм, чтобы прямо напрямую мне написали. Все. Конкурс разыгран. В предыдущем видео мы посмотрели, какие были вопросы. Также будут новые конкурсы. Следите за новостями. Оставайтесь на канале. Все, производим сборочку. Довольно неплохо получилось, очень даже хорошо. Скоро будет очень интересный проект с канала Profiles. Не забываем подписываться, жать на колокольчики, оставлять ваши комментарии, ваше мнение о том, что бы надо было доработать. Все, удачи, итог будет сейчас. В следующем видео будет совместный проект с каналом UpWheels. Ссылочку я оставлю в описании. Которые машинки пришли для реставрации. Это DeLoreans с левой стороны, Ferrari из желтого цвета и Lotus синего. Все эти три машинки будут реставрироваться под идеал.
Также угадайте, что следующее будет тренироваться. Жду ваши комментарии на канал Abfields. Я оставлю внизу ссылочку. Тоже на него подписываемся. Жмем на колокольчик. Все, всем удачи. Ждите нового проекта.